Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Фриз, мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере 8-бит Techno Adventure. Женя? Да, всем привет, уважаемые подписчики, зрители наших каналов, с вами Титан и Дима Фриз, и мы продолжаем что-то мастерить. Да, я сейчас займусь приготовлением камня обыкновенного, как говорится, для приготовления компрессора автоматического, чтобы в дальнейшем компрессировать что-нибудь. И у нас, походу, электричество кончается, да, я так понимаю? Ну, там угля много, я только что смотрел. Да я вот так подумал, думаю... А, нет, слушай, нормально. Я говорю, что угля там много. Электричество есть? Есть электричество. А, видимо, напора просто не хватает. Ну, в смысле, это как это называется? Напряжение, вот. Не напора. В смысле, еще нужен один генератор, получается? Да, да, я, наверное, сейчас сделаю. Или, Жень, хочешь сделать ты? Ну, давай, сейчас посмотрим. Генератор. Там так. Ты ничего не найдешь для генератора, Жень. Туда можешь не идти. Да? Да. Сюда иди. Ты сюда ходи. Ты туда не ходи. Генератор. Геотермальный. Ну, да, я геотермальный. А, у нас нету геотермального? Нет пока. Полужидкий. Материи. Обычный генератор. Ой. Не так написал. А как, кстати, вот этот термальный генератор сложно делается? Инвар. Геотермальный генератор. Электросхема. В общем, геотермальный? Не, вот смотри, геотермальный генератор, да? Ну, он делается из генератора. А термальный генератор. Термальный он круче. Что-то я не вижу геотермальный. Что-то не видишь, да? Геотермальный. Да, вот. Правой кнопкой мыши по нему тыкни. Ну, в смысле, или У там, я не знаю. У. А, термальный. Вот термальный, он выгоднее. И, ну, то есть он потребляет меньше лавы и вырабатывает больше электричества. А, ну он сложнее, да. Можно вначале геотермальный сделать. Ну сейчас я не знаю, это надо будет подготовиться. Я, наверное, это просто генератор, мы пойдем как-нибудь. Капсула. Железная оболочка. Железная оболочка, как делается? А, в принципе, ничего сложного. Пластинка и все. Ну, в принципе, то есть это геотермальный можно сделать. Не очень так сложно. Но я сейчас тогда этот генератор просто сделаю так. Ну да, ты сейчас пока что обычно сделай генератор, а потом в дальнейшем, когда у нас уже будет хотя бы... Стальной. Три. Хотя бы три этих глаза Эндера, то мы сделаем такую штуку... Ну, то есть пойдем в ад уже, тогда, надеюсь, у нас будет портал нормальный. И тогда мы уже сделаем телепортацию лавы, и телепортация лавы будет у нас... Телепортироваться сюда, геотермальным генератором будет в электричество вырабатывать нам. Стальная плитка. Ключик. Да. Ключ у меня есть. Ключ надо. Ключик, да. Вот ключ. Так, делаем вокруг пластинки. И ключик. Получается стальной корпус механизма. А я сделал как раз автоматический компрессор. Вот. Блин, столько машин, вообще пипец. Ключик там. Да, я взял. Забрал, да, забрал. Засосал ключик, так. И еще нам нужно
батарейка. Батарейка. У, соболочек, соболочек. Оболочки делаются сейчас на данный момент. Вот здесь. В металлоформовочной машине. Так. Ага, сейчас я пойду пока возьму красную пыль. Есть красная пыль, тут лежала. Да-да-да. А, тут лежала, ну ладно. Да, ну, так, что еще там? Там провод. Провод. О, провода есть. Хорошо. Да, провода есть. Один провод надо, так. Один провод. Я тогда тебе сразу сюда здесь влеплю этот провод. Вот, вот так, все. Че, где? Ну там, где генераторы, чтобы ты прям к нему поставил. А, ну да, все нормально. Так, и где у нас... Утилизатор пока что не нужен, электропечь не нужна, проволочный стан нет, плавильная нет, наполнитель не нужен, типовой сортировщик не нужен, листогибочный станок есть, сборочный станок. Сборочный станок, наверное, нам нужен зачем-нибудь. А ну-ка, индустриальная центрифуга у нас как крафтится? Все, генератор влепил. О, индустриальная центрифуга крафтится очень сложно. Да, про нее пока что можно забыть. Так. А тут, знаешь, чего не коснись, про все можно забыть. То есть... Не, зато вот есть микроволновая печь. Так, генератор влепил, ну что там как-то пошло? Что не там? Знаю. Не знаю. А ты запитал его? Да. А, ну все хорошо. Что-то должно увеличиться. Ну что-то да увеличится, наверное. Мощность какая-то. Какая-то что-то. Какая-то что-то мощность. Так, подожди, а что у него... А, он тут сразу съедается, вот что. Или что? Нет. Он как-то не успел запитываться, слушай. Чуть не он не успел. Ну, сейчас вот успел. Не, он просто, я его уголь уже дал, а он такой что-то это... А, это нормально, он просто отдавал энергию уже в этот бэтбокс. Ну да-да-да, вот я и думаю. Сейчас нормально, накопливается. Нормально. Я вот, кстати, думаю. Если подать сейчас, допустим, этот... Ну, рано или поздно же нам все равно придется делать такую штуку, как... Как она называется? А, так слушай, мы же можем сделать такую сейчас, наверное, можем или нет. Так, вот она. Мех. Месх. Бронза и продвинутый аккумулятор. Ага, сера. А серная пыль у нас делается из чего? Пыль адского камня. Так, яблочки. Цветочки. Так. Так. Пирит. Из пирита можно получить серу потом. Пирит. Вот, а еще можно. Пойду еще лес посажу. Побольше, побольше. Ну, леса. Я не знаю, есть ли смысл. Наверное, сейчас надо будет увеличивать или не сейчас. Ну-ка, а как у нас крафтится вот эта самая крутая печка? Собака. Грег. Собака. Какая-то собака. Да вообще. Вот, индустриальная доменная печь. Нам понадобится две индукционные печи и 4 мельхиоровые нагревательные спирали. А там какая-то многоблочная, я знаю, да, печка. Да, есть. Да, я вот это вот. А, да. О, я помню, распахивал, когда третью версию, говорит, тихо там. Это было, да. У меня было такое счастье, печку эту сделал. Ты че? Так. А потом еще сложнее, по-моему, этот самый. Ну как, не то, что сложнее, ну то есть второй по. Как бы, скажем, по нужности, вот эта печка многоблочная, а потом многоблочные это... Принтер? А, ну да. Дробитель? А, не-не, там не многоблочный, там этот самый... Как же он называется-то?
Там еще рецептов в нем много. Ну, которые делают всякие... Центрифуга? Да, да. Это она или тоже... электролизер? Или и то, и другое? Центрифуга, наверное. Как-то она индустриальная или индукционная, я забыл уже. Но она не многоблочная, она такая. Так, ну-ка, сколько нам понадобится купроникелевых этих... 4 штуки, то есть 4 на 3, 12. Угу. Сейчас у нас есть сколько? 11. Окей. Так, еще сделаем 2 штучки и как раз... Блин, вообще круто так, когда уже все нормально, на электричестве не запариваешься с этим паром. Да? Ага. А, ну да. А что-то как-то мы паровое это быстро прошли, или это ты быстро прошла, или что? Не, ну я-то пока этот... Не, ну в принципе смотри, паровой мы прошли быстро за счет того, что как бы я сделал этот листогибочный станок вот этот. Это вообще такая крутая вещь. Да. Деревьев побольше насадил. Слушай, так может, я не знаю, мне же пока рано, не понадобится такая штука, как укрепленная панель. Давай все-таки уже, наверное, сделаем этот, такую штуку, как... Где она? Размножить, я их же не размножил. Да и ладно, овцы пока не сильно нужны. А, ну да, в принципе, я рамочки тут сделал. Я же все из-за рамочек переживал. Так. Рамочки есть. Ага, вот она. Ага, то есть нам нужна электрическая печь. Медь и 2 этих. Угу. Автоматическая электропечь крафтится. Так, 2, значит, эти нужны. Ну да, уголь уходит, слушай, килограммами. Надо что-то нам... А как бы это сказать-то? Принимать? Принимать. Врач говорит, принял. А, ну. врач говорит, не принимает. Почему? Не знаю. Так. Что-то делать, чтобы потом, ну, как-то от угля отказываться, вот так скажем. Ну, это я понял. Это эти... Пока, Жень, мы можем забыть про такую штуку, как... Как солнечные панели там. Да, про это все. Пока у нас не будет вот этой вот печки, собственно, многоблочной. А, ну не, все. Ладно. Ага. А, не сюда же надо было, я сюда что-то закинул, слушай. А у тебя не занята там эта печка мощная? Нет. Не занята? Только электрич. А, он так и не сложно делается. Окей. Электросхема, аккумулятор и железо. Так. Это еще уголь есть. Эк и железо. Ага, есть. Надо его подзарядить, точнее ее. Паяльник. А, нет, его, да, точно, что-то я это... Нормально. Ее паяльник. Ее паяльник, ну.
Паяльник, он мой. Почему? Потому что... Потому что ее. Да. Так. Все, я немножко деревьев на это нарубил. О, так, ну ночь опять. Ночь, что у нас? Ну, кто на сервере? Ну, в принципе, можно... Ну-ка, если я лягу. Кто-нибудь лягет? О, кто-то лег уже. Так у нас сейчас день будет. Оп. Ты смотри, какой хороший мод. Да, вообще. Да, я еще что-то раздумывал над этим. Так. Лед. Свинцовый. Свинцовый припой. Ну что? Так, у нас сколько? У нас сколько осталось? 5 минут. Я хочу... А, да, я хотел в ад сходить на... А зачем тебе в ад? Да просто зрителям показать, но я потом... Там есть нюанс один. Я буду долго идти потом. А, ну да, да. Да. Так, и у нас ничего не получается. Да, да, ну ничего, скоро мы сходим в ад. А, отвертка нужна, ё-моё. Как только Лёша нам... Отвертка нужна. А как отвертка делается? Да, черт, стержни. Как только Лёша нам сделает, мы сразу же пойдем. Просто даже показать. Там такие монстры, ё-моё. Да, но потом бежать еще придется, так что пока Лёлик не сделает. Не-не, я говорю, как Лёша только сделает, да, мы сразу туда отправимся. Ну, просто зритель, может, не знает. Это просто, понимаете, почему? Там просто мы, когда выйдем, мы далеко очень от дома будем. Очень, очень далеко. И потом оттуда еще идти, и мы как бы оттуда тоже можем умереть. Так что это... А так мы выйдем, зайдем здесь вот рядышком, так что нормально будет. Ой, точнее, как это крафтится? Ну-ка. А, вот оно. Ага, нужно... все понял. Так, стоп. Отвертка есть. А, вот, все, конфигурейшн есть. Наконец-таки, теперь мы можем закидывать... Так, вот это кладем сюда теперь. И можно закидывать большое количество разных штук. И они будут делаться. Ну, допустим, сейчас я покажу. Ну, допустим, 13 штук закинем, и оно будет по одному делаться. Вот, все, отлично работает. Так. У меня отвертка сразу вспоминается, есть такой этот, как же он, сериал «Доктор Кто», знаешь? А, ну да, конечно. Там у него отвертка. Это звуковая или какая? Ну, она какая-то нано-отвертка, ну. Не, она, знаешь, почти какая же она? Я уже не помню, конечно, точно там как все это, но... Ну, я тоже, я помню, давно еще смотрел его, когда по телеку его еще показывали. Не, там дофига этих, да, сезонов. Там 12 сезонов или что-то такое. Я один раз как начался, потом стоп, потом какой-то другой актер, а потом... Это не просто другой актер, а там по сюжету, что да, да, доктор... Да-да-да, там один он... что-то умирает, друг помирает, другой превращается. Ну, не-не, а он один и тот же доктор, просто у него разные... Я могу сейчас путать, если кто смотрит, скажет это, ну... Я как бы не настолько фанат этого сериала. То есть там, по-моему, он просто в разные тела как-то вселяется, ну не знаю. А, ну или да, я не что-то знаю. Такое. А сам-то он тот же доктор, то есть сознание у него одно и то же, так скажем. Mm. Вот. Кстати, есть мод такой этот на Доктор Кто в Майнкрафте. Что там, даже отвертка есть звуковая? А, ну насчет этого не знаю, но я знаю, называется он Делики или Далики. Ну, там эти такие роботы же, знаешь, были, Далики. Что-то помню. Такие, как сказать, на пылесос похожие ходят такие, или не знаю, как назвать-то. Квадратные такие, Далики. Так, сталь. Ага, еще нужна эта. Вот, есть такой мод в Майнкрафте. Так, я принес морковку. Так, а ее там занято, нет, а куда? А, в дробилку же, да? Ну-ка. Дробилку? Ну да, вроде бы, да. А, дробилка свободная. Че, переделать или че?
или не надо? Ну, как хочешь. Не, ну что электричество будет тратить. А, да пофиг вообще. Да? Ну. Угу. А, закинул, пусть делается. Блин, еще и это надо сделать. Это ж не ручная дробилка, ручная там, конечно. Там Денис Алену постоянно заставляет. Она у него с утра до вечера там... Крутит, да, там, нормально. Там начинает там-то крутить все. Так, ну как ты говоришь, из этого делается гамбургер? А, смотри-ка, ага. А давайте-ка я сделаю гамбургер. Что-то такого. Тут ничего такого нет сложного. По времени скоро, да? Что у нас? Да, 21 минута уже. Да. Ай. Мне вот так нравится, когда вот тут этот стоишь, тут такой, ну, звук этого генератора. А, ну да, такое гудение. Сразу ощущаешь себя в какой-то, не знаю, ну, в технологичном каком-то комнате. Месте. Месте. Комнате. Так, сейчас я буквально сделаю одну печечку. Угу. И... Итак, я вот просто подытожу, что у нас. Листозагибочный станок. Вот, вы видите, тут все идет, там работает. Плавильная печь. Автоматический проволочный стан. Автоматический дробитель. Индукционная печь. Автоматический экстрактор. Металлоформовочная машина, автоматический компрессор. В общем, тут уже у нас много всего. Скажем, начинает. Так, а что-то я тут куда-то вытащить хотел. А. О, сколько угля-то. Сейчас я закину, и можно будет заканчивать. Так, сюда, 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 сюда. Так, так, так. Так, так. Я просто пытаюсь. Одинаковое количество в каждый генератор закидывать. Mm. У меня это не всегда получается, но... По 40 штук, смотри, по 40 штук получилось, да, по 43. Отлично. Почти по стаку в каждом генераторе. Ну, они, да, сейчас работают просто в поте лица и в поте... Я не знаю, там, чего у них. В поте лица. В поте своего квадратного лица. В поте... Ладно. Смотри, а если не это, он, допустим, у нас ничего не работает, а они же не тратятся, да? Нет. А, ну нормально. Ну что, все, будем заканчивать? Да, будем заканчивать, ребят, поэтому подписывайтесь на наши каналы, чтобы увидеть следующие серии, ставьте лайки, ведь чем больше лайков, тем больше желания снимать, и под... А что там еще? Что еще надо делать всем? Всем... Всем нужно ходить, больше гулять на улице, а, да, знаю, заниматься спортом. Ну, спортом, да, физкультурой. Спорт это, он как бы не только полезен, но и вреден. А вот физкультурой это можно. Да, поэтому занимайтесь полезной физкультурой, не занимайтесь неполезным спортом. И да, и мы на этом заканчиваем. Поэтому, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Фриз, Женя. Да, всем пока. Всем пока.